Слушайте, когда я вошла в дом, я такого не видела. Серёнину брату 50 лет. Такое впечатление, что они не расходились с 40-летнего юбилея. Ну, в общем, стемнело. На столах стоят эти 3-литровые бутыли с такой мутной жидкостью. Вы представляете, какая у этого крепость? Оно даже не горит, оно сразу взрывает. Было жарко, открыли окна, налетели комары. Боже мой, рядом сидел какой-то дядька. Он, говорит, разрешится за вами ухаживать. Положил мне на тарелку гуся, полкурицы, свинячью ногу. Еще ложек 5 салата оливье. Перекуси, малеха. Если не хватит, я рядом. Потом он сказал, хочу произнести тост. Буду братом. Встал, выпил и сел. Хотела пригубить. Я поднесла эту рюмку. Вы бы видели эти рюмки. В них же можно купать детей. Их рюмку коту поднесла. Он кричит: до дна! Я хотела до дна. Но со дна меня пальчиком манил главврач наркологического отделения. Серёня хорошо сидел вдали от меня. Его зажали 2 тетки, так что упасть он не мог. У него лежал плюшевый медведь, причем половина была съедена. Боже мой, рядом сидел какой-то дядька. Он, говорит, разрешится за вами ухаживать. Положил мне на тарелку гуся, полкурицы, свинячью ногу. Еще ложек 5 салата оливье. Перекуси, малеха. Если не хватит, я рядом. Потом он сказал, хочу произнести тост. Буду крабом. Встал, выпил и сел. До дна! До дна! Встал, выпил и сел. До дна! До дна! Встал, выпил и сел. Боже мой, рядом сидел какой-то дядька. Он, говорит, разрешится за вами ухаживать. Положил мне на тарелку гуся, полкурицы, свинячью ногу. Еще ложек 5 салата оливье. Перекуси, малеха. Если не хватит, я рядом. Потом он сказал, хочу произнести тост. Буду крабом. Встал, выпил и сел.